Всем привет! Сегодня вторник, сегодня день завоза. Мы собрались, как всегда, по известному адресу. Очень жаль, что среди нас сегодня не было Леночки. Леночка, мы тебя любим, мы все тебя поддерживаем. Ну и, собственно, завоз. Начну с микс. На момент, когда я приехала, осталось 3 биглипа. Юля сказала, микс, а она его заказывает для оптовиков, был богат на биглипы. То, что осталось, я, конечно же, поснимала. Биглипы – всеобщая слабость, но мы ими уже немножко поднаелись. Эти биглипы стояли практически до того момента, как мы все уже оттуда уезжали. Очень красивые, нежные. Ну и наш завоз, который мы так ждали, очень большой завоз. Это красотка Стюартиана. Без нее редкий завоз обходится. Сколько ни заказываем, их всегда быстренько разбирают. Нереальной формы цветочки и, конечно же, эти восхитительные листики. Красавица Стюартиана. Я носила по одной орхидеи снимать, но на самом деле мы все брали по одной, а то и по две палетки. Вы видите, по ценам невозможно было не брать. Это красавица интрига, я ее подписала, потому что мы в ценнике даже сами не понимали, что же это едет. Да, это красотка интрига. Девочки, все, кто покупали, сказали, она доращивает цветонос. Прекрасно дома адаптировалась. Она, кстати, есть одна свободная, если кому-то нужно. Ну и классика жанра, так же, как и белые биглипы, это орхидея «Дикий кот». Как было не взять котов по вот такой прекрасной цене? Два цветоноса, отличная корневая, наш любимый дикий кот по 950 рублей. Каода. Для нее это тоже очень привлекательная цена. Нереальной красоты орхидея. Восковая, контрастная, очаровательная, некрупная, но я очень ее люблю. Розеточка маленькая, занимает место мало, красоты дарит много.
Дендробиум микс 500-550 рублей. Цвета поставили отличные, поставили и желтые, и вот такие фиолетовые с яркой желтой губой, и белые. Белые, мне кажется, пахнут сильнее всех остальных. Я наклонялась, их снимала и маленечко подышала их ароматом. Высокие, красивые, Таиланд Блэк, 450 рублей. Мы их уже заказывали, и это повторный заказ. Этот биглип хотелось снимать, снимать и снимать. Я забыла название. Карнавал. Какой-то карнавал. И это видно. Очень красивая орхидея. Губа у биглипа. Он не крупный, но пышный. Как говорит наша Леночка, легатоподобная расцветка. Таких продаж я никогда не видела. Golden Brick мы заказывали из Price. Краснокирпичные, кирпичные, рыжие, лисички мы заказываем редко. И она тоже, если я не путаю, одна есть свободная. А мечи, если кому-то нужна. А это мы заказывали пилорики. 800 рублей. Для феникса вообще не цена, как было не брать. Тем более еще и пилорики, я знаю, что многие любят. Пилорики встречаются редко, но уж как феникс любит цвести, мы все знаем. Я сняла целлофан, и видите, как рассыпались цветоносы. Надо было рукой собрать, вот так букетиком вам показать. Подумала уже потом. Нереально красивые, и они все расписаны. Была вкусная цена на Монако, но и как было не взять. Монако тоже есть свободные. Даже, наверное, 2 или 3 штуки. Видите? И еще один приятный сюрприз. 2 розетки в одном горшочке. Красавица Монако. И также стоят 2 штуки Лас-Вегас. Кому нужны Лас-Вегас, тоже можете приехать купить. Их 2 свободных стоит. Ну и переходим к изюминкам сегодняшнего завоза. Это
долгожданные катасетумы. Крупные, вот такие с цветоносами. Не фокусируется телефон. А без вспышки видно плохо. Вот такая нереальная красота. Вот я палец прикладывала, чтобы видно было, какие упитанные морковки. Мауди. Обожаю башмаки всегда. Ими восхищаюсь. Тут и листья не уступают цветочку в красоте. Было шикарное предложение, и мы взяли, конечно же, их. 760 рублей. Красавчики. Мауди. Такой цены я еще не видела. Мы все заказывали палетками, но общий план я сделала только Мауди. Посмотрите, как гусары стоят рядочками. Они такие смешные. Вот Мауди, я не помню, у нас был свободный хоть один или нет. И первое, что я заметила, когда зашла в Экофлору, хоть и все орхидеи уже были выставлены, а миксы уже и проданы, первое, что я увидела, это были, конечно же, вот эти шикарные башмаки. А мечи хочу сказать, что мы их заказали еще раз. Они будут в свободной продаже. Это уже со вспышкой. Хочу показать сам цветочек. И розеточки. Несколько розеток у всех, у кого-то больше раскрыт цветочек, у кого-то только открывается. Но я о таком даже не мечтала, купить взрослое растение, вот так зайти, взять и повезти домой. Как всегда, мешки с орхидеями. Ничего не меняется. Казалось бы, каждый завоз мы что-то покупаем, но нет. Как составляли в мешки, так и есть. Ну и в конце, как всегда, ценник. Ну а с вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.